Где она лазит, блин? Так, ладно. О, Макс. Ё-моё! У тебя же свадьба, блин! Ты где была? А? Ты где была? У Вани. У какого? У старого Вани. Какого старого Вани? У тебя Коля Вани, блин! Но Коля сегодня лабрит. Ой, чёрт! Ванную плевать! Ваню, Ваню! Я же не курю. Мне хорошо. Ё-моё. А ты Коле не говори, он хороший. Замуж-то хочешь? За Ваню или за Колю? Ну, за Колю. Тогда пошли плевать. Не, нельзя. Надо. Там очень вкусно. Давай, давай, давай. Давай, давай, моя хорошая. Давай воды. Так. Ну, теперь. Мамочки. Так, через 3 часа. Так. 3 часа. Мы всю ночь пекли, жарили, шквали, жениха ждали. Ой, Колечка, у нас с тобой свадьба, ты на я что от радости! От радости? Подожди, я от радости, мальчишник, неделю назад сделал, все нормально, тебя не обижал, вернулся вовремя. Посмотри, на что ты похожа, что это вообще такое? У нас свадьба сегодня. Доктора, скорее доктора! Доктора, скорее доктора! Сегодня с утра сказала, да? Водичка, да, пожалуйста. Он мне скинул ММС-ку. Очухалась, да? Нормально, слушай. Нормально? А, все, 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 с клиентом, все, здорово. Спасибо. Здорово, да? Да, да. Присаживайтесь, доктор. Да. У нас свадьба. Коленька. События веселые. Оставайтесь. Коленька, а если ты... Нет, а если ты разведешься... А послезавтра похороны. Я все расскажу про то, что у тебя на заднем дворе зарыто. А ты не хочешь быть тоже зарыта на заднем дворе? А как его зовут? Оленька! Марина! Молодцы! А у нас тут уже послушался! А у нас такая свадьба! Мы очень хорошо закончили! А что же это тебя зарыто? Да, не закончили! Задний сцену, все остальные! Если начинается параллельно события, то есть нам надо как-то на одно действие ориентироваться? Да! Если начинаются такие события параллельно, то вы, естественно, уже будучи, допустим, в отношениях, если мама закручивает роман с доктором, все равно мы следим и ищем момент, когда ребята, допустим, говорят, ты хочешь сама быть на заднем дворе зарыта, они говорят, накрываем, дорогой доктор, чтобы ребята поняли, а так как вы это делаете в команде, да? То вы изначально уже это как технически будете понимать, что если переключение звуковое вы находите паузу, давите, то все, естественно, герои обращают на вас внимание, да? То есть что там такое? Если видите, что ситуацию вы теряете долго ни о чем, опять берем другую ситуацию в свои руки. Ясно? Ну что, все молодцы. Вам аплодисменты. Перерезает предыдущую логику, да, получается? На этом держится весь театр, на событиях. Да. То есть на просто разговор никому не надо слушать. Да, зритель, когда не ожидает, что будет дальше. Да, получается. И для актера это действие называется. Интересно. Когда вы просто муж и жена, происходит первое событие, да, которое играется, ты не ночевал дома, почему? Вот, и тут уже событие, что он скажет, соврет. Как она его разоблачает, да? Это уже интересно. Когда просто муж, ну как у тебя на работе?
У меня нормально, а у тебя? Была в магазине. Нет, театр на постоянном движении, театр на постоянном смене. И чем резче меняется ситуация, да, тем... Здравствуйте, вы кто? Мы инопланетяне. Чем вы больше ставите себя в ситуацию, твою ж ты, бога, душу мать, ну ты говоришь, спасибо, друзья. И начинаешь сразу, я в предлагаемых обстоятельствах, я инопланетянин. А вот, то есть, понятно, да?